Че, папа! Слушай, ты был возмущен судейством. Чё, да. Что это за... Ты был возмущен судейством, папа. Чё, да? Ты был возмущен судейством. Что случилось? Я не был возмущен. То есть ты считаешь, что все правильно было? Мы должны торпеды отправить. Ну, то есть, что ты скажешь по поводу судейства в этом матче? Тебя ударили. Просто торпеда! Задолбал, бля. Так, что ты думаешь по поводу судейства? По поводу... Судейства, тебя удалили. Не знаю, что, ну удалил, что. Все по делу, на твой взгляд, не или нет? Не знаю. Надо смотреть. Надо смотреть. Ну, по-моему, там не было нарушения. Не было. Ну, я считаю, что там не было. Ты пытался доказать, я видел Бобровскому, что не было нарушения? И да. Что он тебе сказал? Ну, сказал, что не разговаривай со мной, все. Очень жестко высказался Савин по поводу судейства. Да? Я да, не очень знаю. Жестко сейчас будет у меня на канале, как бы, то есть, поэтому вот такая ситуация. Скажи, я правильно понимаю, что уже на следующей неделе будет объявлено о том, что с тобой переподписывают контракт? Я пока не знаю, честно. Мы разговаривали о продлении, но пока ничего. Но пока, ну то есть предложение со стороны клуба сделано? Ну да. Ага. И ты, тебя устраивает, как бы, что ты можешь сказать? Ну да. Ага. То есть ты готов, я думаю, все нормально, ты готов в следующем году вернуть место в РПЛ? Ну, будем стараться, да, конечно. На твой взгляд, этот состав способен это сделать? Ну, у этого состава, я думаю, что, наверное, не будет, там многих контрактов кончается. Угу. Наверное, будет усиление там. Ты готов пообещать болельщикам, что в следующем году вы вернетесь в РПЛ? Ну, я всегда такой, как бы. Ну, не очень-то твои обещания сбываются, да. Ну, один раз не сбывался. Один разок, да. Один раз. Да. Один раз. Что скажешь, вы вернетесь за год? Мы вернемся. За год? Мы вернемся. Обычно так говорят, зуб даю. Мы вернемся. Спасибо тебе большое.